Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на календаре у нас 1 апреля и по традиции покажу, что творится у нас в теплице. То есть расскажу, какие на будущие планы на этот месяц, покажу, что сделали за прошлый месяц. Ну и вот хочу показать, наши поляны заново зазеленели. Месяц назад все тут было цветущее. Кому интересно, оставлю ссылочку, можете посмотреть. Ну и сейчас вот так все выглядит на 1 апреля. То есть через месяц, я думаю, тут будет опять все цветущее. Очень сильно на это надеюсь. Ну и давайте пройдемся, пробежимся по теплице. Все расскажу поподробнее. Вот тут у нас стоят ведра подготовленные под яблони. То есть мы закупаем яблони, кто нас еще не знает, не смотрел. И доращиваем до крупномеров. И потом реализуем уже взрослыми с яблоками. Ну а также закупая, берем как бы с запасом для людей. То есть двухлеточками тоже э, весной торгуем. И вот сейчас как будут у нас яблоньки, мы будем садить в эти ведерки и уже выставлять на доращивание. Дальше тут у нас затарились стаканы, немножко не хватает под бархатцы, под второй срок. Тут затарили немножко под томаты, не хватает 300 граммовый стакан. Немножко у нас земли остается, то есть я думаю вся она у нас уйдет. Здесь у нас будет витрина под яблони, под смородину, под все что угодно. То есть с ОКС, с открытой корневой системой будет все стоять. И вот тут мы пока временно посадили, расставили гортензию крупнолистную, мы ее черенковали зимой. И сейчас как бы наращиваем кустик до продаж. Вот так сразу посадили в 10 литровый объем на сегодняшний день вот в таком развитии. Дальше у нас тут стоит петуния ампельная, мультифлора софистика. Это нам не хватило места для кашпо. То есть планировали 1000 штук, но все не влезло. То есть все битком. И вот эти остаточки, если даже она перетянется немножко, мы ее прищипнем. И будет отличный товар, тоже продадим. Ну и возможно, даже и рассадим в кашпо. Дальше под нижними стеллажами у нас стоят виолы. Вот тут. -то. Тут у нас 200-граммовый стакан, 300-граммовый стакан. И вот там у нас обрезочка. Что выращивали на 8 марта. Вот так мы ее прищепнули, обрезали. И вот так она уже свеже нарастает. Ну и еще половина перевалили пол-литровый объем стакана. Позже покажу. Здесь у нас находится петуния махровая. В самом начале будет на витрине вот так она выглядит на данный момент. Некоторые уже готовы цвести. И вот эта поляна тоже махровая петуня. Здесь у нас второго срока петуня. и молодой вот черенок. Недавно пересадили. Дальше у нас идет. Здесь у нас джаконда софистика на продажу в стаканчиках тут у нас все черенок. Это когда формировали кашпо первый раз. То есть садили в кашпо, мы вот этот черенок поснимали. Вот это у нас черенок ампельной петуни разных сортов. Вот на данный момент вот так выглядит. Также ее прищипываем, чтобы не вытягивалось, чтобы плети были одинаково в разную сторону. И еще один раз сделали подрезку кашпо. Формировали кашпо. Вот это у нас свежий черенок. То есть оставлю ссылочку, как мы формируем кашпо. Кому-то может быть пригодится. И завтра смонтирую видео. Очень много вопросов задают, как укоренить в домашних условиях. Я вам сделаю видео, и вы укоренять будете на 100%. Так, ну дальше у нас получается тут то пошла кустовая петуния. Вот она как выглядит на стеллажах. Это первый срок у нас Dreams. Потом там притунья И Фросты. Призмы. То есть очень много. Дальше у нас внизу получается второй срок петуни. Вот эту петуньку будем стричь обязательно, прищипывать, потому что на нижних стеллажах петуния вытягивается. Здесь у нас петунья лимба. Она у нас дешевая. Вот так она выглядит 0 в втором стакане. То есть еще подвытянется она на нижних стеллажах. И будем делать прищипку. Я думаю все понятно. Ну и также тут а везде кругом петуния. Везде все забито. Выращиваем запасом. То есть, кто еще не был на нашем канале, вот это потом Будем вот эту питоньку продавать, реализовывать, то есть она у нас будет уходить, а вот эту будем прищипывать, поднимать к маю и делать очередную подкормочку и делать как бы из нее конфетку. Ну и тут у нас тоже питунья, питунья, питунья. Здесь у нас тоже черенок и пошли у нас тут бархатцы. Это у нас тагетис прямостоячий. Ссылочку оставлю, как их выращивать правильно по подкормочкам можете посмотреть дальше тут у нас также стоят ящички для бархатцев думаю обратили внимание что в каждом проеме по три ящичка стоят развешали мы кстати сейчас только увидел вот такие штучки от мух от белокрылок от всего но еще белокрылки не замечено но надеюсь ее и не будет дальше у нас получается стаканчики под томаты приготовлены э, буквально позавчера посеяли здесь у нас уже отпекированные баклажанчики всяких сортов и здесь у нас перчики вот в таком они состоянии вот так выглядят на сегодняшний день но я думаю по этому отделению все понятно. И вот тут у нас еще стоят тагетисы. Вот так они выглядят. Ну и давайте зайдем в рассадник. Тут у нас пропеллер стоит. Гоняем воздух. Особенно в солнечную погоду. А в рассаднике у нас все опустело. Вот так все выглядит. Все. Все полки пустые. Ну а здесь вот у нас ближе к солнышку стоят бархатцы это у нас отклоненные. То есть бананза и хероу выращиваем в этом году. Это первый срок. Второй срок тоже посеяли буквально позавчера. И будем тоже пикировать. И на вторую половину мая будет тоже бархатцы. Это у нас бегония клубневая. Что осталось после 8 марта. Также все снимаем, черенок. Размножаем. То есть на канале тоже все это у нас есть. Как что-то, да как мы делаем. Ну и тут у нас пустые инкубаторы. Все сушится, все стоит, пустует. Всегда на фоксе. Ну а здесь у нас укореняется бегонии. Розы зачеренковали, потом э, хризантему, там еще череночки, то есть работа идет полным ходом. Здесь у нас томаты напревают и бархатцы отклоненные последнего срока. Ну и давайте пройдемся дальше по теплице. Думаю, по рассаднику все показал. И здесь у нас находятся туйки которые мы сеяли в декабре либо в ноябре не помню уже и елочка голубая вот так выглядит на сегодняшний день наши э, туйки с елочками ну а там у нас клубника сейчас подойду поближе покажу это у нас вырастили семян для себя для маточников летом будем снимать усы то есть посадочный материал. Тут всякие разные у нас сорта. На сегодняшний день выглядит она вот так. Ну, а здесь всякие вкусняшки, тоже бегонии, бальзамины, хризантемы, гипестиус. В общем, все, что осталось, все зачеренковали. Ну и вот так выглядят тагетисы. У нас на 1 апреля будем выгонять цветок. Здесь у нас стоит талая вода для томатов, то есть растаяли снег. И для бархатцев молодые теенцык мы поливаем только талой водой. Ну а там у нас приготовили для полива, сейчас объясню немножко систему нашу поливную. Это уже проверено годами, только для нас так удобно. То есть, если поставить кубик и бегать со шлангами, вообще эта система неудобная. А вот так у нас стоит, то есть бочка 200 литровая, кран со скважины и через каждый проем стоят бочки с кранами. То есть мы после полива их заполняем, она за сутки прогревается и производим опять полив. То есть вот такая система для нас самая отличная. И в том отделении я тоже хочу сейчас показать, что будем делать тоже там такую систему. Вот купили тройнички, переходнички, краны и трубу. Труба 20. Здесь у нас на охлаждении черенок, что мы черенковали всю зиму. Вот так все выглядит. Сейчас, как придет весна, начнем все переваливать более большой объем. Тут что-то с хорошей корневой системой, что-то не очень. А что-то еще и под вопросом. И вот тут у нас сверху виола в конце. Это у нас пол-литровый стакан из свежих семян. Ну, а вот это у нас после 8 марта оставшаяся виола. То есть я показывал, как мы ее чикали, как трепали корневую систему. То есть вот так она восстановилась. Кустики будут вообще богатые. Вот, обратите внимание, начала работать корневая система. Ну, вот тут, я думаю, везде видно, что вон беленькие корешки пошли. И нарастает, начинает нарастать вегетативная масса как они выглядят. Я думаю, хорошо видно. Ну и здесь у нас дверь во второе отделение теплицы. Там у нас был холод всю зиму. И сейчас открыли. При солнечной погоде там Ташкент. Давайте зайдем и покажу. Вот так тут все у нас выглядит. Скоро эти витрины будут оживать. Вот тут у нас Сразу же скажу по отоплению, чтобы не упустить этот момент. Здесь у нас вот кран. Сейчас будем делать стоячок, тут ставить бочку. И пошла система по бочкам. А вот эти бочки уберем. Они для нас лишние. Ну и здесь у нас идет полным ходом тоже работа. Начали перебирать клубнику. Сортов у нас больше 20 штук. Кто у нас смотрел, знает. Вот это все сейчас перебираем. И вот выглядит вот так она на сегодняшний день. Пошло тепло и пошел спокойненько лист. Вот это уже перебрали. И сейчас как будет выше плюс 15, обязательно дадим кальцевую селитру. Чтобы вегетативная масса нарастала погуще. Чтобы у нас товар был качественный, красивый. То есть до зимы, перед зимой, то есть Давали э, монофосфат калий, то есть любое можно удобрение с повышенным содержанием фосфора, чтобы зимостойкость была на 99%. И проливали монофосфат калием, ну, нашим укоренителем, вот это все. И сейчас надо будет им давать азота. То есть по витринке уж ходить не буду, потому что сейчас вот только хвойники видно. Тут у нас елочки голубые туйки. Тут у нас гортензии. Голенькие все стоят. Оставлю ссылочку. Я делал обзор осенью. И там все показывал. Всю нашу продукцию. Кому интересно, можете посмотреть. Ну и хотел бы сказать еще за троса. Вот они, мы их тоже тут развешали в хорошую погоду. И когда сейчас надо будет нам формировку кашпо будем делать, нам надо будет их как бы сделать расстановку, как мы делаем на стеллажах. Чтобы зелень на зелень не была, чтобы кашпо обрастало красиво и было качественное. То есть вот сюда мы половину вынесем, как тут потеплеет. Это где-то в середине апреля. Ну и обязательно везде пойдет почка. Уже работаем не первый год. И вот так выглядит наша витрина. С декоративными культурами, с хвойными и плодово-ягодными тоже. Ну и покажу, как у нас завалило еще снегом наш череночник будущий. Вот он стоит. Думаю, в следующем обзоре туда заглянем. Там у нас запасочка. Ну все, кому понравилось видео, остаемся на, с нами. У кого-то есть вопросы, задавайте. Всем пока, до новых встреч.